Так, ребята, привет. Давно что-то я ничего не снимал. Сегодня будем делать вот из этого китайского Nokia 8 гигабайт, который адский телефон. Будем вшивать в него вот этот динамик. Вот только посмотрите. Так, Nokia. Никогда не верьте китайской надписи 8 гигабайт, потому что это не 8 гигабайт. Вот он, слот под карту памяти внутри телефона. Тут всего 1 гигабайт. Так, разбираем Nokia. Москаляк. Так, скидываем со шлейфа. Эта часть нам не нужна пока. Выбросить ее. Еще два болта. Так, вот оно. Тут два динамика, стереосистема, но они дохлые. Один из них мы уберем, один оставим. Вместо того, который уберем, вставим наш динамик. Камера нам тоже тут, в принципе, нахрен не нужна. 0,3 мегапикселя камеру, поэтому мы снимаем. Тоже выбрасываем. Так, берем вот эту часть. Берем отвертку. Плоскую. Где она? Нахер с ней, с плоской отверткой. Таскиваем динамик. Он тоже нахер не нужен. Так, болт тут падает. Снимаем зеркальце камеры. Тут же у нас стоит вспышка. Тоже ее снимаем. Это все выбрасываем. Берем опять наш паяльник. И нашим паяльником вырезаем место посадки динамика. Где-то вот тут будет. Вот дымок пошел. Вырезали. Примеряем. Так. Мало. Сейчас вот в эту сторону мы еще маленько поплавим. Варварским методом. Так. Берем ножик. Лишнее снимаем. Вместе с антенной можно. Так, лишнее сняли. Динамик, опа, сел. Так, уберем. Провода выводим. Так, вывели. Берем термопистолет. И клеим динамик. Пока что так просто.
прихватить. Так вот так. Приклеили. Далее берем паяльник и припаиваем провода к плате, где были динамики. Один и второй. Любой полярности. Так, припаяли. Тут еще лишнее нужно стесать, чтобы все хорошо село обратно. Все. Прикидываем. В принципе, сядет. Так. Так. Вот это мы не рассчитали маленько. Нам не надо. Мы обрезаем. Так. Денется. Все разлетелось в стороны разные. Ладно, хер с ним. Так. Ставим обратно железку. Берем верхнюю часть. Цепляем коннектор к шлейфу. Коннектор подцепили. Ставим на место плату. Так, прикручиваем болты обратно. Так. Прикрутили. Ставим обратно аккумулятор, берем флешку. Ставим флешку. Пытаемся запустить телефон. Телефон запустился.
подтверждаем включение без сим-карты. Оп. Уже звук слышится. Так, пытаемся включить музыку. Телефон, на который я снимал, что-то подсел у меня. Ну вот я более-менее красивший сделал. Края все залил. Давайте, наверное, на стандартных мелодиях проверим, а то вдруг нас забанят еще за это. Так, не тут. Так, профиль звука, настройки, настройки тонов. Ну, давайте мы. Ну, я думаю, слышно это наряд. Ну, на музыке будет точно так же громко. Единственное, что пришлось сказаться от камеры. Камеры нету. А тут, кстати, фронтальная есть. Так что вообще ничего страшного. Он завис. Как-то так. Всем спасибо, до свидания.